Друзья, пока суть до дела, попробую. Лечу пониженно. Попробую тут объехать куда-нибудь в сторону. Блин, все намокло. И снутри, и снаружи. Сейчас труселями вытрем. И поедем. Вот я поперек колеи, где сидел, у него. Жесткий. Короче, чувствую, что-то мне подсказывает, что залупаз выставят на продажу после сегодняшней покатухи. Короче, она сама поехала, куда захотела, просто по пашенной колее. Вот я только с нее выехал. Ты мимо траектории едешь, Руслан. Сейчас попробуем все-таки вправо уйти. Вот, это приблизительно она. Колеса перекачаны. Хотя вот надо было правее ехать, тогда точно попал. Друзья, класс болотохода, сейчас не попадаю. Все, на мостах. На мостах я повис, и все. Паша, давай назад. Не, там тянет Андрюха его. Его тянет? Да. Что это за прикол? Не знаю. Так, может, не Андрюха знаю. Всех нас вытянет сразу? И меня, да? Ну. Нормально я тут прилип. Короче, у вас патриот тянет, у не мог. Это, блин, видео года. Я толкаю, он пошел. Мы вытолкнули. У вас патриот тянет, у не мог. Как вам это? Или там две машины впереди? Нет, он залебедился. Да. Вот вам и кадр дня. Бородач в шоке. Что, ты будешь у не мог продавать патриот брать, наверное? Нет? Так, а как он это сделал? Что-то я ничего не пойму. Как он тебя вытащил? А, там лебедка эти? Там была лебедка, вот он секрет весь. Две раздатки просто стоит, поэтому... А он не знает, какая вторая вообще, от чего там, непонятно. Так, что-то там происходит. Помоги купить раздатки. Так знаете, с чего похожа она? Захара взяла 157-го с Польши, мне прислали. Не, это с робура было. Да какого робура, блин? Если на робур прицепить эту раздатку, он в землю уйдет сразу, по раму. Там Андрюха зажигает. Нормально исполняет. О, тут хорошее место, и дальше хорошо, я смотрю там. Маньяк трофи осенью, то есть оно чуть подсохшее здесь. А сейчас весна. Посмотрите, что он творит. Что он творит?
Андрюх, попробуй. Назад чуть дальше может дать. Чистится протектор, обороты высокие. Да, не хватает злых шин. Офигеть. Но это да уже. Это нормально. Это красиво было. Это он тебе за меня мстит, понял? У нас-то колеса ближе по размерам, чем твои, понимаешь? Ну, конечно. А, я не про сегодняшнее, да. Хорошее место. Завел мне машину. А куда ты поедешь? А куда колеса выверну? Блин, ты прямо в мою машину можешь врезаться, бородач. Подъедь чуть-чуть. Машина такая не бывает. Да? Есть. Я думаю, что я быстро доберусь. Да я думаю, лучше ты вообще прячься. Артем, делись пока в группе. Алло, кого? В группе делись, это еще не было. Да, потихоньку, только очень медленно. Стой, 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 стой. Выравниваются, выравниваются. А лебедка на рас... Подожди. Лебедка не может, я не могу. Ты же не можешь, блин, так стой. Так хорошо. Но... Подожди, надо не так тогда, надо, чтобы ты крутил лебедка, а кто-то тянул, правильно. Витя. Стало, так правильно. Так, Леня тут решил, решил срезать. Крис, помахай! Идет, идет, нормально. Тащим, тащим. Ну как, тянется? Давай. Идет. Пока. Бывает такое, надо контролировать натяжку при размотке. Кондрюха там продолжает зажигать, залебедился. И борется. Вот такое здесь после унемога. Ну, клиренс. Колеса меньше. Плюс мосты. В общем, объезжать надо. Давай. Паш, помогай, Паш. Помогай, Пашенька. Идет. Нормально идет. Блин, ты пока перчатки оденешь, глянь, посмотри на него. Мажор. А так нормально? У меня гараж и сапоги. Четыре человека стоит на нем. Это не факт. Назад не уходите тогда. Витя, подъедь! Ты уже 2 недели по такому болоту не ходил, Пашенька. Блин, тут... Тут жесть. Подождите, блин. Как-то залезть в нее. О! Все. Я внутри. Ну, я сильно не застрял. Thank you.
все. Вот и все. Блин, что-то не ремонтируйся. Блин, ты таким грязным не был вообще, блин, уже лет 10, блин. Хотел вас завести и сам заехал. Рус, давай еду, я голодный. Куда едешь? Передали Антону. Еду. Так, тут пробка, куда ты едешь? Жрать хочу. Давай. Так, пытаемся улучшить проходимость у Немога, тут полторуха была. Сейчас сделаем поменьше. И мне тоже надо, наверное, задние хотя бы колеса спуститься. Так, мы тоже спускаемся. Сейчас покажу. Я вам колпачок хочу показать свой. Какой? Колпачок на колесе. Не-не, не свой, но в смысле колесный. Колесный. Смотри, какого цвета. Дай сюда. Это тебе Рубикону подходит. Да. Да не, на Рубикон не подойдет, будешь застревать. Как я. Как ты, да? Ну, ты это самое, как спонсор, будет привет всем пораздавать. Ну. А я нашел, он вылетел, но я нашел, как ни странно. Так, ну тут стало лучше. Размешали немножко. У Немог спустили, сейчас проверим. Ты в туалет пошел или что, снимать или не надо? Да. А что он вытирает, ступил куда-то? Да. Ну, он как собака, на острова все закопывает. За собой. Да, это интересный вариант. Так. Нормально. Да залазь, хорош вытираться. Трёшься и трёшься от машины. Шо, как собака, да? Да, да. Да. Не, налично. Так, ну, интересно. На задний глаз, помни. Не, чуть-чуть можно. Блин, копнул себе. Езжай, езжай. А сейчас он раскатает. Уезжай. Не раскатишь? А он назад не едет. Пробуй вперед. Не, поехал. Тут он должен проехать. Спущенный. Поехали. Тут место, где только что у Немог ехал, буксовал. Сейчас. Есть возможность сравнить в объективной среде. Я думаю, на мосты я там не подсяду. Задние спустил колеса. На глаз, правда, ну, приблизительно до 0,5-0,4 где-то. Так, зацепили Леню, ничего не видно, не покажу вам, ну. Я думаю, что вдвоем мы должны поехать. Я уже думал, что-то сломал, это Леня в меня вклепался. Не знаю, можно ли назад. Thank you.
его по лайту не удалось пройти. Лайт не попали мы. Блин, Леня там присел жестко. Не, вообще не двигается. Так, а вот и у вас. Что-то подсел ты жестко. А надо было меня не тащить сюда, понимаешь? Да я, оно меня сбросило, я хотел туда. Но... Я вот так, я попал, такой, а, ты... Сел и ты встал. А, я понял. Я сел именно мостом, но вот это вот на этом... Меня сбросило, я хотел сюда выехать, где все. Осторожно, люк не сломай, подожди. Витя, ты видел, что у меня тоже люк есть? Нет. Ну вот он. А, не видно тебе? Ага, вижу. Алюминиевый. Люк есть тоже. Так, у него выехал на твердую землю. Витина. Сейчас Витя лебедкой подтянет. Так, что-то там происходит. А, Андрюху вынимают. Вон Андрюха. Я думаю, что там за движение. Ну, у нас Леня тащит лебедку пока. Да, назад полегче. Стой, стой, трос надо натянуть. О, едешь. Попробуй на коксе вправо лупануть, может. Нет, там, наверное, глубоко. Попробуй влево лупануть, вот сюда выскочить, где все ехали. А назад еще? На коксе. Можно еще назад, давай. Чуть-чуть, только это там глубоко, наверное. Все, пробуй лупить. Не-не, пошла, да, отлично. Едешь, ну не, так и едь, так и едь. Но идет, идет. Да не сядешь, едь на коксе, блин, попробуй. Газу, газу, газу. Все, отлично. Выехали. Сматываем лебеду. Ты хоть понимаешь, какого ты уровня машину купил, что ты можешь у Немох вынять из болота? Я видел, ебался с владения утаскать. Извиняюсь, дети. Да, хорошую Витя купил машину. Главное, доработана уже. Купил и катаешься, радуешься. Ну, понятно, есть там моменты, но тем не менее. Да, интересная фотосессия сегодня. Да, Русь, видишь, я нормально приехал, а вот это из этой херни я... Да, тут нормально едем. Прекрасно, что дождь прекратился. То, что нам и нужно было. Есть тут еще где покататься. Места просто бомба. Эта трасса вот маяк трофи, только в направлении на нас шла. По часовой стрелке мы против сейчас идем. Леня, а вот и Саня, а вот и бородач на Унимоге.
Да, тут машина такая. Кажется, вроде просто тут съехать, но сидя на двухметровой высоте, и на 2,5-метровой, наверное, правильно сказать, все совсем по-другому выглядит. Поедь по дороге, что ты исполняешь, а там проедь, блин. Вот, блин. Попробую съесть. Страшно? Навстречу едут люди. Машина позволяет нам снимать такие кадры, как вот сейчас. Так, патрол тут. Так, Андрюха подзастрял. Витя, только без разгона. Аккуратно, аккуратно, потому что... Андрюха, аккуратно, аккуратно, да? Аккуратно, чтобы ты не сломал ничего. Андрюхе пофиг, блин. Натяжечку потихоньку. Стой, стой, стой. Чуть бодрее. Стой, Витя, стой! Стой! Да. Не, не надо, сейчас поломаешь грибок или что-то это. Или я давай, или лебедкой давай. Давай ты. А что он либо прямые ребята? Кто? Чей? Он потянет, что? Ну, не знаю, может, подожди. Саня! Стой! Тут везде ехали, вот отсюда и туда. Ого! Да, да, сидит мертво. Сними, вон, смотри, вообще там. А, ну да, тут. Тут жесть. Работает динамика.
Блин, Wrangler сила, конечно. Даже на неедущих трубодорах все равно едет. Ну, смотря где они не едущие. Приди. На чем? Сейчас лебедкой попробуем. Ну давай сейчас. Говорю, Леня, у тебя уже опыт нормальный, ты уже его сразу правильно поставил. Можно еще назад? Можно, да. Но он размотает, он пока не поедет, пока не размотал. Стакан входит, видел такой стакан? Просто вырок! Ровно руль поставь, вправо руль, вправо. Теперь пробуй держать. Не поснимай, Руслан, стакан как ты снимаешь. Пошла, Андрюха сомневался, что хватит усилия тормозного. Большая машина, большой вес, приличные колеса, поэтому хватает. Смотрите, как работает здесь схема. При усилии стоит на кронштейне, куда пружина убирает. Идет Андрюха нормально. Такая колея тут выкопана не за один сезон. Это заход как раз Slide of Heart. Леня выехал. Да, патрул такой комплектации сложновато ему. Фаркоп даже погнули где-то, не могу понять где, правда. Так.